Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Сегодня Ассоциация молодежи за право на жизнь Бельце совместно с Приморией Муниципебл организует серию мероприятий, посвященных Международному дню памяти людей, погибших от СПИДа. Это уже традиция для нас, для нашей организации, для нашего города, для нашего сотрудничества вместе с Приморией. В этом году наши мероприятия состоят из двух частей, скажем так. Это развитие диалога с местной публичной администрацией по поводу важности финансирования программ снижения вреда и средств местного бюджета. И второе – это увеличение осведомленности общего населения, в особенности молодежи, по поводу проблемы ВИЧ и по поводу возможностей и мер предотвращения этой проблемы. Сейчас у нас с 3 до 5 была организована социальная акция, был флешмоб, участвовали волонтеры ассоциации, были информированы молодые люди, были организованы конкурсы. В 20:00 будет организован марш молчания от парка Андриеш до Приморії. Молодые люди со свечами в руках пройдут до Приморії, а здесь будет организована проекция на свежем воздухе, проекция социального фильма о проблеме ВИЧ, о важности обладать информацией и о том, и о важности принятия людей, которые живут с ВИЧ, рядом с нами.